Всем привет! Перед вами самый бюджетный стабилизатор. Вот такой вот неплохой дизайн у него. Видим, есть отверстие для крепления на штатив. Вот это вот колесико, это зум. Кнопочка есть джойстик, включить-выключить. И с обратной стороны. Так, вот здесь вот дверка. Цена его, как видим, всего 4724 рубля 33 копейки на данный момент. Смотрим у него. Так, рабочий ток 300 мА, 4,2 рабочее напряжение вольт. 12 часов работы. Тут в градусах, куда он поворачивается. Угол наклона 320 градусов. И видим, что у нас он 12 часов будет работать. Сколько у нас тут миллиампер? 4,4 миллиампера аккумулятор. В общем, неплохое. Полезная нагрузка 75-210 грамм. То есть любой телефон, смартфон, экшн-камеру он должен потянуть. Видим, здесь есть у нас... Можно таймлапсы снимать. Можно на лицо наводить его. Значит, будет лицо отслеживать. Есть приложение там специально у него тут. Скачиваем по QR-коду. Такой неплохой. И, кстати, им можно подзаряжать, как пауэрбанком пользоваться. Видимо, у нас гнездо USB-шное есть. Также он, видим, отклонение у него есть. Там можно и вертикальное видео снимать, поворачивать. К сожалению, видео еще про него не сильно много. Тут только вот один покупатель, как видим, его купил. Но, видим, он не отбалансировал его. То есть надо было отбалансировать, там есть. Смартфон, видим, тянет. Даже не отбалансированный. Кнопка вот джойстик управления. Два сигнала. Сигнальных лампочек. На кнопочку нажимаем, он меняет. И вот приложение. Кнопочка зума у нас. Ой, нет, это не зум. И вот крышечка у нас USB. В общем, ссылочку на данный девайс я оставлю под видео. Думаю, что за такую цену стабилизатор это вообще классно. И также можно экшн-камеру сюда закреплять, но надо площадочку такую купить специальную. Вот я нашел, тут тоже недорогая доставка, 17-22 дня. И вроде она как, типа как металлическая. В общем, для экшн-камеры само то будет. Видим, небольшой тут противовес. Можно сюда, наверное, накручивать. Чтобы если что, под это самое подстроить. Ну, думаю, будет все нормально. Потому что тут подстройка, вот она. Вот колесико в середине. Вот это вот выдвигается, и можно, ну, сбалансировать. Будет здорово. В общем, ссылочки все будут под видео. Ждем, когда придет этот агрегат. Я сейчас его закажу. Всем пока. Не забудьте подписаться на канал. Всем удачи.